Звуки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли с пробитой головой. На танку ударила болванка. Прощай, родимый экипаж, четыре трупа возле танка. Доведенный утренний экипаж, четыре трупа возле танка. Наполнят утренний пейзаж, и полетят тут телеграммы. Родных и близких извести, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. И вдруг заплачет мать старушка, смахнет слезу старик отец, и молодая не узнает, какой у парня был конец.